Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare.
Jai Jagannath, Jai Jagannath, Jai Baladev, Jai Subhadra. Jai Jagannath, Jai Jagannath, Jai Baladev, Jai Subhadra. Gauranitai, 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 Gauranitai. Gauranitai, 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 Gauranitai. Jaya Prabhupada, Jaya Prabhupada, Jaya Prabhupada, Srila Prabhupada. Jaya Prabhupada, Jaya Prabhupada, Jaya Prabhupada, Srila Prabhupada. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Нидай Горачандра ки джай, Джаганат Валдев Субхадар ки джай, Шрила Прабхупада ки джай, Шрила Прабхупада ки джай, вся слава всем собравшимся преданным, Харе Кришна. Рады всех видеть сегодня на воскресной программе. Ом намо Бхагавате Васудевая. Ом намо Бхагавате Васудевая. Ом намо Бхагавате Васудевая. Ом агьяна тимирандасья агьянанджана шалакая чакшурал милитам янатасмай шри гураве намаха шри чайтанья манопиштам стапитам янапутале своям рупах кадамахьям дадати сва падантикам Хе Кришна Каруна Синху Динабанху Джагатпате Гопиша Гопика Канта Рада Канта Намастуте Тапта Канчана Гауранги Радхи Вриндаванешвари Вришабхану Сутедеви Пранамами Харе Прия Ванча Калпатрубища, Крипа Сину Бьевача, Падитана Паванепхи Вайшнавепхи Намонама, Харе Кришна. Итак, мы сегодня читаем Бхагавад-гиту, как всегда. Глава 18. Совершенство отречения. Текст 19. Я сам прочитаю. Мы несколько текстов подряд прочитаем. Так будет интересней.
Жнанам кармача картача трибхайва гуна бедатах прочатте гуна санхьяне яд хавач шрину тани апи. Три гуны материальной природы определяют три вида знания, три вида действий и три вида исполнителей. Сейчас я тебе расскажу о них. И мы знаем, что есть еще четвертый вид деятельности, вне гун материальной природы. Это называется трансцендентное преданное служение Верховной Личности Бога. Вот, но здесь, поскольку обсуждаются гуны, то обсуждаются три вида деятельности в трех гунах. Три вида действий и три вида исполнителей. Следующий текст. Знание, позволяющее человеку, несмотря на многообразие видов форм живых существ, видеть их единую духовную природу, следует считать знанием в гуне благости. И какое знание мы принимаем? Как минимум знание в гуне благости, как минимум. Да? Мы также с удовольствием принимаем знания на трансцендентном уровне, которое определяет живых существ не просто, что у них единая природа, но что они все являются слугами Верховной Личности Бога. Дети одного Отца. Да? Всегда. Все живые существа, не только люди. Да? В современном обществе привыкли говорить, что люди – это очень ценная форма жизни. А животные? Это тоже дети того же Отца. Да. Поэтому все должны заботиться не только о людях, но и о животных также. Правители, обычные люди должны заботиться о людях, о животных, о растениях, о всей природе. Поэтому, потому что мы связаны, мы все связаны. Мы все дети одного Отца. Да. Если мы испортим воду, воздух, землю, пищу, разве мы будем счастливы? Если мы убьем невинных живых существ, разве мы будем счастливы? Животные абсолютно невинны. Говорится, что тот, кто пьет молоко коровы, которое является таким образом его матерью, и потом ее убивает, ужасная, ужасная личность. То есть это житель ада. Как можно убить существо, которое вас кормит? Причем очень милое существо. Если кто-то общался с коровами, кто-то жил в деревне. Это очень милые существа, очень добрые, очень сообразительные, очень любящие своих хозяев. Как можно их убивать? И потом люди спрашивают, почему столько страданий? Сначала мы устроили страдания с животным, растением, с жителем морей, океанов, рек. А потом говорим, почему мы страдаем? Бойни, бесконечные бойни, миллиарды живых существ, миллиарды коров, курей, свиней, и кого там еще едят, уничтожается. Это тяжелая карма. И за это всегда будет ответственность. Поэтому, что мы несем миру, как преданные, вот Кришна говорит, знание, позволяющее видеть единую природу в многообразии, как минимум. Единая природа. В каждом есть жива. Такая же душа. Понимаете? То есть во мне я себя, и в свинье одинаковая душа. Да? Поэтому, если я говорю, что я лучше свиньи, то что это? Какое это знание? В гуне страсти. Да. Вот поэтому я не лучше свиньи. Душа одинаковая. Следующий текст. Знание о том, что в разных телах находятся разные по природе живые существа, называется знанием в гуне страсти. И это уже проблемное знание. То есть, если знание в гуне благости, это очень хорошее знание, позволяющее жить в мире всем живым существам. Не только людям, всем живым существам, позволяющее жить в мире. Животные не должны нас бояться. Представляете? Почему нас должны бояться животные? Неужели мы такие ужасные, что нас должны бояться животные? Мы же самые добрые существа, ожидается, да? Мы же люди, мы же сознающие люди, любящие люди. Да? Почему же нас должны бояться животные? То есть, если мы разделяем живых существ на высших, низших, правильных, неправильных,
мы обязательно будем эксплуатировать слабых, ни в чем не повинных животных. Поэтому это знание в гуне страсти. В чем смысл этого знания? Я особенный, я могу эксплуатировать более слабое живое существо. Вот что значит страсть. Страсть означает «я эксплуататор», «я наслаждающийся». И если ради моего наслаждения нужно зажарить свинку, то у свинки мы не спросим. Да? Удивительно. Почему вы у нее не спросите? Если вы у нее спросите, она откажется. Я вам гарантирую. Она не захочет, чтобы вы ее съели. Но мы не спрашиваем. Это знание в гуне страсти. Мы считаем, это низшее существо. Мы можем его съесть. Или корову. Да? Корова тоже не захочет, чтобы ее съели. Ни одно живое существо. Все хотят жить. Потому что там жизнь. Следующий текст. А знание, привязывающее человека к одному виду деятельности, как единственно важному, не дающему представления об истине, отличающейся узостью и скудостью знаний, называется знанием в гуне невежества. Вот знание, когда мы не выключаем телефоны, это знание в гуне невежества в процессе лекции. Поэтому извините. Итак, знание, которое привязывает человека к одному виду деятельности, как единственно важному, не дающее представления об истине и отличающееся узостью и скудостью, называется знанием в гуне невежества. Невежество означает, что мы повесили шоры на глаза, что мы не ищем духовное знание, что мы даже не ищем какие-то более высокие ценности, ценности других живых существ. Мы просто привязались к какому-то виду деятельности, которая нас наслаждает. То есть мы привыкли к какому-то, какой-то программе. Вот пошел отсюда, взял там, затащил обратно к себе в дом, да, съел. То есть мы привыкли к какому-то механизму, который удовлетворяет наши потребности, и нам больше ничего не нужно. У нас нет никаких больше высоких идей. Зачем нам эти идеи, если есть пища, да? Если есть тепло. Все, нам не нужны никакие идеи, нам не нужно совершенствоваться. Мы удовлетворили все потребности свои, себя, считая себя телом. Это полное невежество. И, соответственно, знание, которое позволяет человеку обрести любовь к Богу, это знание на трансцендентном уровне. Это то, что предлагает сознание Кришны. Хотя мы говорим о всех видах знания, но особый акцент на том, что дает сознание Кришны. Соответственно, повторение Хари Кришна Махамантры. Харе Кришна, Харе Кришна, 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 Харе Харе, Харе Рама, Харе Рама, 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 Харе Харе. Очищает наше сознание. Чето дарпанам арджанам, бава махадавагни нирвапанам, шиёх кайрава чандрика витаранам, видьявадху дживанам, ананда будхи вардханам, пратипадам пурнам ритасваданам, сарватма снапанам парам, виджаяте шри Кришна санкиртанам. Повторение святого имени очищает наше сердце и дает все необходимое, чтобы мы были счастливы. Вот путь в современную эпоху стать счастливым. Повторение святого имени. И это наше послание. Мы не хотим изменить мир. Мы хотим изменить сердца живых существ и привязать их к Кришне. Вот это наша цель. Это естественным образом изменит все. Если все станут преданными, все изменится. Тогда мы будем как минимум видеть мир в гуне благости. Как минимум. А как максимум в связи с Верховной Личностью Бога. Следующий текст. Упорядоченную деятельность, в основе которой нет привязанности, любви и ненависти или желания насладиться ее плодами, называют деятельностью гуне благости. Итак, после того, как Кришна рассказал, каковы есть виды знания, теперь очень важно, что с этим делать. Правильно? Вот знаем, что такое знание. Очень хорошо. А что с этим делать? Как мы должны действовать в соответствии с этими видами знания, с тремя гунами материальной природы?
Это три дороги, три гуна материальной природы. Перекресток, три дороги. И каждый раз, если мы выбираем гуну невежества, то куда эта дорога ведет постепенно? В ад, в низшие планеты, на низшие планетные системы, источник бесконечных страданий. Если мы постоянно выбираем гуну страсти, земные планеты. Если мы каждый раз выбираем гуну благости, райские планеты. А если мы каждый раз выбираем сознание Кришны, духовные планеты. Да? Вот это то, что нам важно. Каждый раз выбирать сознание Кришны. То есть разум, как минимум в гуне благости, а лучше на трансцендентном уровне. Деятельность, как минимум в гуне благости, а лучше на трансцендентном уровне. Итак, упорядоченная деятельность, порядок. Сознание Кришны – это порядок. Понимаете? Да. То есть мы должны упорядочить деятельность. Прабхупада дает этот порядок. У нас вставайте рано утром, повторяйте круги. Прославляйте духовного учителя, Господа. Занимайтесь преданным служением в течение дня. Ложитесь вовремя. Порядок, порядок. В основе которой нет привязанности, и любви, и ненависти. И здесь говорится о гуне благости. Нет привязанности к чему? К плодам своего труда. Да, то есть человек действует без привязанности к плодам своего труда. Очень сложное представление. Да. Арджуна тоже говорит, я не понимаю, если мне не нужно сражаться, то есть если сражение это зло, зачем мне сражаться? То есть без привязанности к плодам своего труда. У нас у каждого есть свои обязанности, мы их выполняем без привязанности к плодам своего труда. Это гуна благости. Любви или ненависти к этой деятельности имеется в виду. Да. Вот. И желание насладиться ее плодами. Это в гуне благости. В то же время деятельность, требующая огромных усилий, направленная на исполнение собственных желаний и продиктованная ложным эго, называется деятельностью в гуне страсти. И вот это нам понятнее, правда? Легче понять. Предыдущий стих, он какой-то очень сложный. Потому что информация, которую мы не можем воспроизвести в реальности, для нас очень трудно для понимания. Да, как интегралы. Если начнем рассказывать про интегралы, мы все заснем. Как их использовать в реальности, непонятно. Вот. Но та информация, которую мы можем использовать в реальности, нам понятна. И вот она информация, которая для нас уже понятна. Ну, для меня, по крайней мере. Я понимаю, что вы все на трансцендентном уровне. Вот. Но мне понятнее вот это. Да? В то же время деятельность, требующая огромных усилий. Да? Как только мы видим выгоду, наши усилия удваиваются и утраиваются. Да? Выгода есть, работать за деньги, а за большие деньги. За большие деньги, да. То есть просто за деньги мы уже не хотим. За большие деньги, да. То есть огромные усилия. Плоды, дайте плоды. Во исполнение собственных эгоистических желаний. Что такое эгоистическое желание? Это связанное с наслаждением меня как тела или ума. Или грубого, или тонкого тела. Эгоизм. Эгоизм состоит из двух частей. Я и мое. Я есть тело, а все, что принадлежит мне, мое. А все, что еще не принадлежит мне, я над этим работаю. Правильно? Я над этим поработаю еще, все будет нормально. Вот. То есть собственное желание. Без учета того, что у других тоже есть желание. Да? Нам какая разница, что у других есть желание? У меня есть свои желания, я их буду удовлетворять. Вот что такое гуна страсти. Возможно, чтобы удовлетворить мои желания, придется договориться с кем-то. Он мне мешает, давайте с ним договоримся. Но это все равно гуна страсти. Потому что я хочу договариваться, чтобы удовлетворить свои желания. Все равно гуна страсти. И это, естественно, продиктовано ложным эго. Что такое эго? Эго означает «я существую». А ложное – «я существую как тело». Грубое и тонкое. Вот что значит ложное эго. Ну, мы все здесь знаем, что душа трансцендентна по отношению к материальному миру. А ум, разум, ум это то, чем мы думаем, да? Замечали обычно?
Ум, разум, вот это то, что в голове у нас крутится, вот это ум и разум. Да, мы думаем, ум, разум, это, наверное, я, мы путаем. Нет, это то, что вот у нас внутри происходит, вот это вот работа механизма материальной энергии, тонкого механизма. Мысли, связанные с собственным наслаждением. А что будет со мной? А где моя еда? А где моя постель? А где мои наслаждения? Все это работа тонкого механизма. А потом включается грубый механизм. Да? Человек сидит и думает, где моя еда? Если так думать, еда не появится, правильно? Встал, пошел, заработал. То есть тело нужно использовать, тело работает. Но опять же, все для меня, любимого. Если мы действуем для себя, к кому любовь развивается? К себе. Чем больше деятельность ради себя, тем люблю больше себя. И чем я больше люблю себя, тем меньше других. А в конце концов, я их потом еще ненавидеть начну. Почему? Они же меня не так любят, как я себя. Ну, сравните, да? Я себя люблю больше, они меня так не любят, они меня недооценивают. Кому в жизни возникала эта мысль? Они меня недооценили. Смотрю, никому, да? Никто. Честно, кто-то признался. Они меня недооценили. Почему? Меня недооценили. То есть я люблю себя, очень люблю себя, а они меня недолюбливают. Значит, кто они мне? Нехорошие люди, как минимум. Да? Вот это называется гуна страсти. Я не вижу, что они такие же, как я. И чем они болеют? Той же несчастной болезнью, которую болеют я. Каждый ходит и думает, это думает, меня недооценили, это думает, меня недооценили. И вот так вот все недооценили, эти недооценили. Как избавиться от этого? Начните прославлять других, служить другим. Да? Оцените другого. И он подумает, меня дооценили. Очень хорошо. Ну ладно, если ты меня оцениваешь хорошо, я тоже тебе оценку хорошую поставлю. Знаете, как вот это в соцсетях, да? Если вы послали кому-то лайк, смотрите, он тоже отвечает лайком. До этого ж не собирался, да? А тут отвечает лайком, да, понравился, потому что вы ему понравились и так далее. То есть мы послужили кому-то, послужили, и люди реагируют. Но это все равно на уровне исполнения собственных желаний. Желание преданное какое? Исполнять желание Кришны. Вот это уже не эгоизм, это уже не тригуны материальной природы. Да? А как мы узнаем, каковы желания Кришны? Это стандартный вопрос. Нужно спросить у гуру, садху, шастры. Вот они скажут, какое желание у Кришны. И мы знаем, какое желание у Кришны в современную эпоху. Харе-нама, 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 эва-кивалам. Повторяйте святое имя, повторяйте святое имя, повторяйте святое имя. И нет другого пути для очищения от всех страданий и от всего невежества в материальном мире. Нет другого пути. Нужно повторять святое имя. Если мы еще испытываем страдания, единственный выход, единственная причина, мы недостаточно повторяем святого имени. Это нужно закрепить. Да? Еще раз. Если мы испытываем страдания и до сих пор, мы недостаточно повторяем святого имени. И деятельность, следующий стих, деятельность, вызванная заблуждениями, тоже нам вполне иногда бывает близка, противоречащая указаниям священных писаний. А большинство людей вообще не знают о священных писаниях. Те, кто знают, не очень хотят следовать. Те, кто следует, не очень хорошо получается. Да. Те, у кого получается, начинают гордиться. Это другая проблема, да? То есть это то же самое, но только та же проблема, но только, знаете, вот на более высоком уровне. Да? То есть на низком уровне проблемы, на более высоком. Начинает гордиться. Почему? Потому что все это заблуждение. Я действующий. Плоды принадлежат мне. Меня должны похвалить. Должны нас похвалить. Ну честно, давайте должны нас похвалить. Ну всем же хочется, чтобы нас похвалили, правда? Нам же очень хочется, чтобы нас похвалили. Харе Кришна. Почему нам не хочется, чтобы Кришну похвалили? Ведь же Он наслаждающийся. Он. То есть это заблуждение. Когда мы хотим, чтобы хвалили нас, это заблуждение. Мы хотим, чтобы преданные хотят, чтобы хвалили Кришну. Поэтому каждый раз, когда кто-то хвалит преданного, он говорит, нет, это не я, это все Кришна.
Мы хотим, чтобы Кришну прославляли. Без учета ее порабощающих последствий. Или деятельность с применением насилия, которая причиняет страдания другим живым существам, считается деятельностью в гуне невежества. Самый главный принцип религии – ахимса. Не надо причинять страдания другим живым существам. Нет на это времени. На что у нас должно быть время? На достижение совершенства. Жизнь короткая. Единственное, на что у нас есть время, это на достижение совершенства. Поэтому нет времени причинять страдания другим живым существам. И потом что? Бояться, что они причинят страдания нам. Вот это невежество. И это порабощающее последствие, если мы действуем без священных писаний и собственного ума, и собственных желаний. Это рабство. Это невежество. И чем в более низшей гуне человек действует, тем хуже ему будет. На душе, на здоровье и в следующей жизни, после оставления этого тела. Харе Кришна, может быть, какие-то вопросы, мысли? Слишком большая тема, непонятно, о чем спросить. Там в Бхагавад-гите говорится, что нужно действовать без любви и ненависти. Что имеется в виду без любви, да? Рага. На санскрите это рага. И рага, мы переводим это как любовь, и у нас любовь это вообще очень длинное слово, в которое можно поместить очень много значений. Мы говорим, я люблю, там, я не знаю, просад. Мы говорим, да, мы же не говорим о том, что я люблю просад, я люблю это, я люблю то, я люблю. У нас под любовь подразумевается очень много. Это рага. Рага означает, я к чему-то привязан ради собственного наслаждения. То есть не нужно путать бхава или према. Это духовная любовь. В материальном мире есть только кама. Представляете? Я вас разочарую. Материальные ощущения, связанные с так называемой любовью, трансформирующиеся в нашем уме, в зависимости от объекта чувств, называется кама. Почему? Как понять, что это, собственно говоря, ложное? Если мы говорим о любви, почему я люблю только этого человека, а не люблю вот этого? Это уже не любовь, это разделение на того, кого я люблю, рага, он мне нравится. А этого не люблю, он мне не нравится. Это рага и двеша. Я для себя принимаю и отвергаю. Что-то считаю близким, родным, это мои родные, а это далекие, этих я не люблю. А эти мои. Это рага и двеша. Поэтому это не, здесь не говорится о истинной любви. Здесь говорится просто о привязанности к наслаждению собственных чувств. Поэтому действовать без привязанности к наслаждению собственных чувств. То есть, если у вас есть жажда заботиться о ком-то, почему вы заботитесь только о своих? Почему? Заботьтесь о всех. Это же истинная жажда заботы. Но если вы заботитесь только о своих, это жажда ради себя. Вот это и есть уже гуна страсти. Вроде бы та же самая забота. Что тут плохого? Но как только для себя появляется гуна страсти. Потому что если они перестанут быть моими, да? Мне уже не интересно о них заботиться. Сознание Кришны – рецепт для всех ингредиентов нашего сознания. Да, то есть мы должны действовать под руководством гуру, садху, шастры и таким образом избавиться не только от низших гун, но и от гуны благости и подняться на трансцендентный уровень.
Поэтому мы должны действовать под руководством наставников, то есть тех старших преданных, которые присутствуют здесь, под руководством духовных учителей, которые не всегда здесь присутствуют, под руководством священных писаний, которые мы также должны изучать под руководством наставников. Поэтому общение с преданными, садху санга, является основой для продвижения в духовной жизни и для понимания всех аспектов деятельности гун материальной природы и того, как мы в этом всем можем трансформировать свое сознание с низших гун до гуны благости и потом на трансцендентный уровень. Потому что невозможно подняться с низшей гуны сразу на трансцендентный уровень. Почему? Люди иногда спрашивают, почему нельзя сразу перейти из гуны невежества или из гуны страсти на духовный уровень. А посмотрите, что означает гуна невежества. Гуна невежества означает деятельность, вызывающая страдания, связанная с насилием. И сразу на трансцендентный уровень. Хотя бы от этого надо отказаться. Да, мы приходим, и нам говорят 4 регулирующих принципа. Почему? Потому что все это связано с насилием и со страстью. И нам от этого надо отказываться, надо жить в гуне благости. Тогда у нас будет трамплин для выхода в духовную реальность. Тогда наш ум будет способен погружаться в самадхи при повторении святого имени, а не бегать куда попало, пока мы мантру повторяем или поем, или слушаем о Кришне. А он куда-то поперся, да? Я извиняюсь за выражение. Мы вроде бы тут, тела привели, посадили, да, и ждем. Чего ждем? Пока покормят, правильно? И ум ушел. Ум ушел, говорит, да, все это лекции, все это такое, знаете, я пойду погуляю, вот когда будет просад, ты меня зови обратно. Да? Почему? Потому что мы привязаны не к тому, мы привязаны к чувственным наслаждениям, к наслаждению своего тела. Просад – это служение. Мы едим просад, чтобы Кришну удовлетворить, представляете? Еще раз, мы вкушаем просад для того, чтобы удовлетворить Кришну. Но это в следующий раз, когда мы начнем вот сейчас скоро вкушать, надо вспоминать, для чего я это делаю? Для того, чтобы удовлетворить Кришну. Для чего мы поем святое имя? Сейчас будет воспевание. Для чего мы поем святое имя? Чтобы мне стало хорошо. Правильно? Нет, чтобы Кришне стало хорошо. Когда Кришне станет хорошо, мне станет хорошо естественным образом. А если мы поем святое имя и думаем, а красиво ли я выгляжу в процессе воспевания, когда танцую? А о чем я думаю? О себе. Это чистое воспевание? Нет. Буду я испытывать счастье? Нет. Потому что я думаю о себе. Или я красиво пою? Я чувствую, я красиво пою. Да? Или я красиво, или я громко пою. Для чего? Для того, чтобы показать. Посмотрите, какой у меня голос. Я вас всех перепою. Или я всех. Или я всех перемелодю. Извиняюсь за новые фразы, да? У меня самая лучшая мелодия. Я вас всех перемелодю, я вас всех перепою, я всех перекричу. Вы все оглохните, пока я буду тут петь. Почему? Это для того, чтобы Кришна был доволен. Да, я иногда задаюсь вопросом, у нас Бог глухой? Что мы так орем? Нет, мы поем для того, чтобы его удовлетворить. Это должно быть мелодично. Это должно быть с душой. Это должно быть для него. Это должно быть совместно. Все поют одну и ту же мелодию, представляете? Ужас какой. Ну как же я? Я же могу петь лучше. Можно я выделюсь из этой толпы не умеющих петь? То есть все связано либо со мной, либо с Кришной. Как только мы это связываем с Кришной, это преданное служение. Как только это мы связываем с собой, это уже смесь, либо вообще удовлетворение себя. Капила Муни говорит, есть 81 форма преданного служения в гунах материальной природы. И есть только одна форма преданного служения, чистого преданного служения. Эта форма чистого преданного служения означает, что мое единственное желание, чтобы Кришна был доволен тем, что я делаю. А это означает, что преданные тоже будут довольны. Правильно? Потому что, что такое человек гуни невежества? Он думает, Бог, я, и это главное. Все остальные могут быть недовольны.
Главное, что я доволен и Бог доволен. Все. Все это невежество. Нет. Мы служим преданным. Если преданные довольны, то и Кришна доволен. Это называется мадхьяма. Когда мы понимаем, как общаться с другими, как сделать их счастливыми в сознании Кришны. Потому что в невежестве человек думает, как я стану счастливым в сознании Кришны. Ну, в стрессе тоже. Как я стану счастливым в сознании Кришны. Всех остальных, меня они не интересуют, как я стану счастливым в сознании Кришны. Как другие станут счастливым в сознании Кришны. А когда они станут счастливым в сознании Кришны, я тоже стану счастливым. Вот это преданное служение. Извиняюсь, видимо, ответил слишком длинно, да? Еще какие-то вопросы? Да. Олег Юрьевич, спасибо за лекцию. Вы говорили, что нужно уйти от эгоизма. У меня вопрос, там был ответ, в принципе, что служить другим. Что если, когда ты пытаешься кому-то служить, у тебя внутри идет какое-то противоборство, скажем так. То есть ты вроде служишь, но у тебя еще больше какие-то ожидания, еще наоборот внутри что-то действует, как бы хочет сказать, что хватит. Ты уже как бы это и так пытался, у тебя это не получается. То есть внешне ты вроде как делаешь то, что надо, но что нужно внутри в сознании переключить, чтобы вот это внутреннее, как ложное эго, или не знаю что, чтобы оно перестало тебе мешать это делать. Спасибо за вопрос. Мы хотим вернуться в мир, где нет страданий. Будет нам что-то мешать? Если мы хотим отправиться даже в место в материальном мире, где нет страданий, нам понадобится виза, деньги на билет, деньги на проживание. Да. То есть нам все равно что-то будет мешать. Поэтому для того, чтобы очиститься, материальная энергия тоже нас будет проверять. Она нам будет мешать. И она говорит, ты чувствуешь, вот ты занимаешься преданным служением, ты чувствуешь, тебя недооценивают. Тебя недостаточно любят. Тебе недостаточно платят. Не занимайся преданным служением. Да? Правильно? И мы думаем, да, я же так чувствую. Зачем мне заниматься преданным служением? И все. Вот это и есть майя. Мы действуем не из того, что я чувствую, а из того, что сказано в священных писаниях. Если священные писания говорят, служите, даже если вам больно, служите. Больно – это эго, это не вы. Это пройдет. Лечитесь. То есть мы должны служить, несмотря на то, что, может быть, ой, мне так вот это служение, это все время служить, как я устал. Когда уже начнут мне служить? Когда уже я стану Богом? Ну, тогда будет хорошо, правильно? Если я в центре, ну ладно, хорошо. Это сознание Кришны мне нравится. Я в центре, они мне служат, я преданный. Ах, так жить можно. А можно мне вот самый лучший кусочек? Да, мне самый лучший кусочек. А почему мы не говорим, а можно вот тому самый лучший кусочек просада? Нет, мне. Я хочу себя удовлетворить, поэтому страдаю. А тот, кто раздает, думает, а что это я им буду давать самый лучший кусочек просада? Оставлю-ка я себе. И все, все страдают. Если мы служим другим, тогда мы сможем стать счастливыми. А особенно, если мы служим преданным, без скорости. Поэтому упорядоченная деятельность, в основе которой нет привязанности. Какой привязанности? К своим наслаждениям. Мы же не привязаны к наслаждениям чужим, правильно? Кто не привязан, тот наслаждается. Мы так к этому привязаны? Нет, мы завидуем. Что-то они наслаждаются. Да с какой стати? Я должен наслаждаться. Вот это и есть материальный мир. Мы все хотим быть наслаждающимися. Если кто-то другой наслаждающийся, он нам не друг, мы ему завидуем. Мы его чем-нибудь... Мы испортим ему наслаждение. Если у него бочка меда, у нас на каждую бочку меда найдется ложка дегтя. Правильно? Вот это и есть жизнь из зависти в материальных гунах. Как-то отвечает?
нравится нам это. Больно будет. Больно будет. Повторяемся, Харе Кришна, это нам всегда нравится? Не всегда. Или всем всегда? Нет? Иногда не нравится. Да? Иногда чувствуете, вы повторяете Харе Кришна, такое впечатление, что наждачкой по душе тащат. Да? И вы думаете, боже, сколько же это будет продолжаться-то? Да? И что, надо бросить, повторять? Нет. Нужно повторять. А что нужно изменить? Умонастроение. Я повторяю для чего? Чтобы был счастливым я. А оно не получается. Ну никак. А потом я такой, боже мой, ну как мне это надоело. Может быть, пусть будет счастливым Кришна. И сразу раз на душе становится тепло, и повторение становится нормальным. Вот процесс. Это и есть служение. Повторение святого имени – это служение. Изучение священных писаний – это служение. Шраванам, киртанам, вишнусмаранам, падасеванам, ванданам, арчанам, сахьям, атманиведам. Все это преданное служение. Хари Кришна, еще какие-то вопросы? Если уже во время воспевания словился, да, на мысли о том, что я о себе думаю, как может какой-то технический совет, как вот все-таки переключиться, потому что, ну, Кришна, он где-то далеко обычно, если ты все время думаешь о себе, сложно внезапно вспомнить о Кришне. Как вот, вот это направление найти в собственном сознании, чтобы думать о том, чтобы Кришне это нравилось, а не мне? Для этого мы как раз и занимаемся еще чем-то, то есть мы еще служим с помощью тела, речи. Почему? Если бы мы могли в совершенстве повторять святое имя, в совершенстве, чтобы Кришна был доволен, не думая о себе, больше ничего делать не надо, практически. Да, то есть смотрите, Харидас Такур целыми днями повторяет святое имя, идеальным образом. Конечно, он еще проповедует, но по указанию Господа Чайтаньи. Это связано, естественно. Если мы не способны дарить людям счастье своим повторением, то есть они не очень счастливы. Мы несчастны, когда мы повторяем. Чего же они-то будут счастливы от нашего повторения, понимаете? Где тут связь? Тогда мы должны дарить людям счастье своим трудом. То есть мы должны что-то для них сделать. Проповедовать мы должны. Не умеем проповедовать, кормить просадом. Мы же готовить, это же легче, чем проповедовать, да? Готовим. То есть мы занимаем наши инструменты, и постепенно они очищаясь, у нас появляется вот это естественное желание, что я не наслаждающийся. То есть мы включаем все элементы. Если мы повторяем святое имя чисто, в нашем присутствии люди просто будут становиться счастливыми. Это и называется Утама Адхикари. Он чисто повторяет святое имя, и в его присутствии люди испытывают блаженство. Ни с чего, ну то есть вообще без каких-либо причин. Но мы при этом должны служить. Но повторять так же. Ну, а если мы, ну, к нам приходят какие-то мысли в голову, они нам мешают в процессе воспевания, то мы должны их отложить. Знаете, вот приходят мысли, это вот потом. Мы раз откладываем, потом. Потом. То есть это облегчает, да? То есть мы ее обесцениваем. Говорим, ну, это не так важно, это позже. И повторяем дальше. Потому что мы же хватаемся, пришла мысль. Мы такие, точно, это сейчас надо об этом подумать, потому что вот, святое имя это всегда успеется, а вот это надо подумать сейчас. Ну где логика, да? Святое имя это единственное, что, в общем, собственно говоря, нам нужно. А вот это все, что к нам приходит, об этом можно подумать потом, если вообще понадобится. Замечали, что большинство мыслей, проблем и беспокойств, которые к нам приходят, они надуманные. У нас ничего не происходит, а мы в панике. Ничего не происходит, понимаете, еда есть, свет есть, я не знаю, там тепло есть, а мы в панике. Почему мы торопимся к страданиям? Ну, если вы боитесь страданий, то вы уже страдаете. Если страдания придут, то они придут.
В свое время. Не надо заранее страдать о будущих страданиях. Потому что, может быть, они и не придут. Представляете? А вы страдали. Что за логика? Я страдал, а они не пришли. Прям начинай жаловаться. Как это так? Я отстрадал. Я уже отстрадал. А страдания не пришли. Проблемы не появились. Появятся проблемы, будем решать по мере поступления. А сейчас о чем мы должны думать? О Кришне. Потому что когда мы думаем о Кришне, что с нами происходит? Мы улыбаемся, правильно? Харе Кришна. Мы улыбаемся. А если мы думаем о проблемах? Это что, решает проблемы? Нет, это не решает. Если есть проблема, вы ее решаете. То есть вы берете и делаете что-то, правильно? А если вы просто сидите о ней и думаете? Это делает вас счастливыми? Зачем? Зачем вы себя мучаете? Кто может вас мучить больше, чем вы сами? Никто. Никто не может причинить вам страданий больше, чем вы сами способны их себе причинить. Чем наш собственный ум, который все время говорит: ой, ой, ой. Еще нет ничего, понимаете? А уже все, а мы уже все умерли от страха, да? Еще ничего не случилось, а туалетную бумагу уже скупили. Я извиняюсь, зачем? Еще ничего не произошло. То есть мы должны понимать, что все, что мы должны делать, мы должны помнить о Кришне. А все, что мы должны будем делать, оно само нас заставит это делать. Да? А мы должны себя заставить думать о Кришне. Тогда мы будем счастливы. Мы же, в общем-то, счастья хотим. Или кто-то хочет и страдать немножко. Нет, мы хотим счастья. А значит, выход единственный. Выполнять свои обязанности в рамках гуны благости. Упорядоченная деятельность, в основе которой нет привязанности, любви, ненависти или желания наслаждаться ее плодами, называется деятельность гуны благости. Просто выполняем то, что должны. Надо – делаем. Не надо – не делаем. Понимаете? То есть выполняем то, что должны, но при этом все время помним о Кришне. И мы будем счастливы. А если же мы будем делать вот как? В то же время деятельность, требующая огромных усилий. То есть мы себе что-то спланировали, чего-то испугались и пошли рыть подвал, да? Ну или что-то еще, да? Вот. Продиктованная ложным эго в гуне страсти. Повторяемся твое имя. Кришна о нас позаботится. Почему мы в это не верим? Если мы в это верим, почему мы так мало повторяем? Почему мы остановились на 16 кругах? Почему мы думаем, что вот это и есть совершенство, повторять только 16 кругов? Это тот минимум, когда Прабхупада говорит: меньше не надо. Я против. Больше надо. Повторяйте больше. Как можно больше повторяйте святое имя. Это ваше служение себе, родным, обществу, если у вас есть такая идея. Всему миру. Вот это наше служение. Если мы все будем очень внимательно, очень искренне повторять святое имя, это и есть лучшее благо, которое каждый из нас может принести всем. Это наша обязанность, это наша миссия — дать людям сознание Кришны. И только это. У нас нет другой миссии. Только дать сознание Кришны. Хари Кришна. Ну, если нет больше острых вопросов. Нет острых вопросов, простите, пожалуйста, у меня есть острый вопрос. Да, давайте. Пища жизни. Все, кто раздатчики здесь сидит в зале, пожалуйста, выходите вот сюда. Мы сейчас будем возле охранников собираться, хорошо? То есть раздатчики на пищу жизни, которые машины сейчас едут кормить, вот сюда собираемся. Спасибо. Спасибо, да. Спасибо всем. Счастье в сознании Кришны, отсутствие беспокойств из-за отсутствия проблем. Хари Кришна.
Спасибо всем. Сейчас воспевание.